Всем добрый день. Сегодня пошла в магазин и пошла назад с магазина уже другой дорогой, поскольку там прорвала воду. И обнаружила заброшенную алычу. Ее никто не обрывает. Слава богу, у меня был кулек. Я себе немного насобирала. Не знаю, сколько тут. Вот при вас сейчас буду взвешивать. Так, весы я включила. Ставлю на них плоскую тарелку. 489 обнуляю. И попробую уместить этот кулек сюда, чтобы понять, сколько же я все-таки насобирала. Всего 370. Набрала я воды в кастрюлю, высыпала сюда алычу и хорошо мою. Выложила я алычу на полотенце, даю ей обсохнуть 30 минут, после чего буду замораживать. Тридцать минут прошло, алыча немного обсохла. Я ее еще сверху так немного обтирала. Вот. И начинаю укладывать ее в полиэтиленовые пакеты в один слой. У меня получилось 4 пакета. Я, насколько могла, раскладывала в один слой. Выпускала воздух, завязывала, вот последний забыла завязать. И буду замораживать при минус 18 в морозильной камере. Продавалась раньше алыча. А в составе компотной смеси алыча, вишня, черная смородина и яблоко порезанное.